Если кто не знает, парень, не грусти, не огорчайся. Мне кажется, что сегодня огорчаться или грустить просто невозможно. Во-первых, потому что много музыки. Во-вторых, потому что много футбола. А в-третьих, потому что много прекрасных дам. И это не может не радовать. Поэтому мы в этом смысле постоянны, в прямом и переносном смысле. И следующая песня называется «Мы такие же» или «Ты такой же». Точно. «Такие же все». Мы все те же. Сели в лодку одни. Нас течение подхватило, волны били над гимн. Я молчал, а ты спросила, почему стал другим? Я все тот же, я все тот же. То, что чаще я молчу, ты не сетуй, ты не сетуй, что в душе храню печали, и с тобой ваше эры я делиться не хочу. Плыли в лето, тяжелее везло. У реки большая сила, трудно сладить с рекой. Я устал, а ты спросила, почему стал другой? И я все тот же, я все тот же. Что чаще я молчу, ты не сетуй, ты не сетуй, что в душе храню печали, и с тобой ваше верой я делиться не хочу. Покрыла просить, ты же видишь сама, скоро лодку встретит осень, а за нею зима. И тогда, когда узнаю, что не встречу зарю, все равно я, дорогая, для тебя повторю. Я все тот же, я все тот же. Я такой, как в начале. И тебя пусть не тревожит то, что чаще я молчу. И не сетую.
Заслуженный артист Белоруссии Валерий Данеко, солист ансамбля. Заслуженный артист Белоруссии Игорь Пеня, солист ансамбля. Заслуженный артист Белоруссии Владислав Мисевич, лауреат Сталинской премии, поговаривают. Композитор, солист ансамбля, клавишные инструменты Олег Аверин. Гитара, вокал Александр Соловьев. Бас-гитара Александр Катиков. Ударные инструменты Евгений Рябой. Режиссер концерта Александр Побродский. Дорогие друзья, мы понимаем, что время недолговечно. Нам надо, пора уже уходить с этой сцены, хотя нам очень нравится с вами проводить время. Но мы рассчитываем еще на одну песню. Эта песня очень известная, и мы по-настоящему рассчитываем на вашу помощь, потому что без вашей помощи эта песня не прозвучит. Споем. Она беспомощна. Ну не подведите. Письма, письма лично на почту ношу. Девчонки не знают слов. Ну мы поехали. Пошли. Где? Где ж ты моя темноглазая, где? Где, в Вологде, где, в Думе? Где резной по весам? Где ж ты моя темноглазая, где? В Вологде, где, в Вологде, где? В Думе, где резной по весам? Я ей за пакетом пакет. Только нет. Значит, надо в виду правильно. Что мне случилось, я к милой приду. Сука! Сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду. Волок-ту-ту-ту-ту, волок-ту-ту. Сам я за ответом приду. Приду. Алые кисти рябин вижу, вижу дом ее номер один, вижу, вижу сад со скамьёю ворот и город, где судья судьба меня ждет. Вот он, вот он, мне всегда город, где судьба меня ждет. Вот потому-то мила мне всегда Вологда, Вологда, город, где судьба меня ждет. Дорогие друзья, наш хор, в смысле ваш хор, прекрасен во всех отношениях, но мы понимаем, что есть резерв. Давайте представим, что сборная России совместно со спортсменами Белоруссии стала чемпионами мира по футболу. Как бы вы тогда спели? Давайте сейчас вместе с белорусскими песнями. Где ж ты моя темноглазая, где? Супер! В доме, где лиценое пресса. Где ж ты моя темноглазая, где? Вологде, где, Вологде, где? Спасибо. Мы желаем нашей команде несколько голов, таких, как вчера забил Бейл.
несколько. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо, друзья. Спасибо тебе, что... Спасибо.